особистий бренд, що це таке та чи потрібен він звичайній людині? Зараз будемо дізнаватися від гостя, яка вже є в нашій студії. Отож, зустрічайте, Діана Лєбєдєва, експертка з персонального бренду. Дуже раді бачити вас у нашій студії. Отож, Діана, пригощайтесь чаєм, будь ласка. І будемо говорити про особистий бренд. Взагалі, чому зараз почали про нього говорити і чому так багато людей звертають увагу на розкручування саме особистого бренду і для чого він потрібен? Спасибо большое за вопрос. Расскажу. Смотрите, сегодня большинство покупок мы совершаем онлайн. Да? Мы покупаем товары, мы покупаем услуги, особенно услуги. И нам, прежде чем прийти к человеку, например, к психологу, коучу, к нутрициологу, кому угодно, да, нам хотелось бы узнать, а что он за человек, а как он работает, а что он нам даст, а какие у него ценности. И если товар еще можно пойти пощупать в магазине и заказать онлайн, то психолога ты не пощупаешь, нужно только приходить к нему на консультацию. И хотелось бы перед тем, как приходить на консультацию к человеку, хотя бы понять, как он мыслит, да, как он выглядит, как он разговаривает и что, собственно, какие результаты он обещает. И вот тут на сцену выходит личный бренд, потому что это классный способ увидеть, как работает человек до того, как ты придешь к нему, купишь его услугу. Так, але ж можна зробити цей бренд, можна себе розписати, можна створити себе, а насправді ви таким не будете. Это правда. Можно такое сделать, но это очень тяжело. На моей практике очень многие люди, какими бы они ни пытались казаться, они все равно в конечном итоге выглядят реальными. То есть, если ты создаешь себе личный бренд, что ты условно не ешь мясо, да, и ты там поддерживаешь природу, но на самом деле взорвался, тебя поймают. Тебя поймают раз, ты скажешь, ты сорвался, но больше, ну, в конце концов станет понятно, что да, ты обманываешь людей, и тогда твоя карьера пойдет под откос. А тобто треба бути максимально чесним, якщо ти хочеш розкрутити свій бренд так, щоб він був дійсно тим, який він є насправді, так? Мой подход именно такой. Я сама себе позиционирую как искренний человек, как искренний блогер, да, я не люблю врать, я люблю говорить на чистоту, так как есть. Мне лучше признаться, что, налажала, не получилось, чем делать вид, да, делать хорошую мину при плохой игре. Поэтому я стараюсь говорить искренне, вести себя искренне, и своих клиентов тоже учу быть абсолютно искренними и строить личный бренд не из ожидания, а что надо людям, а из того, а какой ты человек. А там до вас подтягнутся те, кому треба. Конечно, то есть ты как бы транслируешь какую-то информацию, и люди: о, мне это близко, о, я хочу, о, я подпишусь, о, я куплю. Так, але ж можна взагалі говорити про українців як про людей, які не дуже люблять себе розхвалювати чи розповідати про себе більше, ніж є насправді, наприклад. Можливо, вони і варті того, але ось той момент він залишається. 100%. І якраз ось тут з'являється моя робота, тому що дуже багато замечательних спеціалістів, людей, які многого достигли, які дають своїм клієнтам якісь високі результати. Но они сидят и ждут, что их заметят, что кто-то узнает, придет и найдет. И то, что называется сарафанным радио, да, посоветуют друзьям, и друзья придут. Но такое, как иногда происходит, иногда не происходит. И вот эта пассивная позиция сидеть и ждать, когда тебя заметят, она сегодня в мире бизнеса, предпринимательства, она работает хуже. Да? Поэтому люди понимают, что им приходится переступать через себя и все-таки говорить о себе, все-таки понимать, что это не какое-то желание похвалы, не какое-то там желание, чтобы меня там заметили или я какая-то слишком себялюбивая. Нет, это норма. Как люди о тебе узнают, если ты о себе не говоришь? Так от, є правила, так? Що потрібно про себе говорити? А що, можливо, треба залишити на потім? Чи є той вже розписаний такий от спеціальний акцент, так, який може бути використаний вами? Про що треба говорити в першу чергу? Як про себе заявити? Поняла, вопрос, так я сніму, тому що підскакує. Я думаю, что свой личный бренд я уже закрепила, уже все. И так, и так, все гарно. Спасибо. Смотрите, я бы не сказала, что есть правила о том, что можно говорить, что нельзя, потому что здесь у нас все-таки поле для экспериментов. Если бы у нас были правила говори вот это», то мы бы получили орду одинаковых людей, которые говорят о себе одинаково. Собственно, мы ее и получили. Так, и после этого пошел большой тренд на аутентичность, на то, чтобы рассказывать о себе как есть, да, а какую-то свою уникальность открывать. И все сразу полезли копаться в себе, а что там во мне такого уникального, что я могу рассказать. И тут появляются правила, как найти в себе то,
зачем потянутся люди. Простой пример для наших зрителей. Подумайте, насчет чего вы готовы спорить с другими. Вот у вас есть какое-то непреложное мнение, что должно быть только так, а не иначе. И вы готовы спорить. И при этом должны быть какие-нибудь адекватные люди, которые думают по-другому. Да? То есть не спорить за то, что мамы должны любить своих детей, это очевидно, а спорить о чем-то таком, где есть другое мнение. И вот тут начинает отстраиваться мнение, начинает отстраиваться личность и вот этот самый личный бренд. В начале нашей беседы я сказала, я за искренность, это моя позиция, надо честно. И вот это одна из столпов, из основ моего личного бренда. А скажіть, будь ласка, Діана, приводу взагалі того, що потрібно це для усіх чи ні? Є люди, які не займаються нічим таким, не знаю, ні бізнесом, ні, можливо, вони там не медійні, вони просто живуть звичайним життям. Їм обов'язково треба створювати ось цей особистий бренд. Для чого він їм в житті? Спасибо за вопрос. Я як експерт по личному бренду могла би зараз говорити, да що ви, да це так важливо. Но я розкажу по-другому. Я розкажу вам на примірі історії. Ще до того, як я знайшла вот эту нішу, да, которая для мене комфортна і понятна, которая приносит мне деньги, которая приносит мне какое-то самоудовлетворение, да, что я могу, я понимаю, что я делаю, что это важно, что это самое главное нужно другим, и люди голосуют деньгами за то, что им это нужно. Вот до всего до этого я до конца не понимала, зачем я вообще трачу такое количество времени на социальные сети, зачем я пишу, да, в долгосрочной перспективе, не в краткосрочной, а вот что я собираю. То есть у меня тогда еще не было вот этого понятия «социальный капитал». Люди, которые на тебя подписаны, которые тебя слушают, которые тебе доверяют. И я, в общем, этим всем занималась и подумала, да сколько можно, это тратит столько времени моего, пойду-ка я лучше как-нибудь, не знаю, работать или учиться писать книги, или учиться писать сценарии. Я, значит, удалила свои профайлы из социальных сетей. Отовсюду. Ну, уже так было. Да, на целых полгода. И оказалось, что почти ничего невозможно сделать, если у тебя нет раскрученных социальных сетей. Я пришла к издателю, говорю, хочу книгу написать. Она говорит, а сколько у вас подписчиков? Я, блин, потому что книгу нужно продавать. Я пошла там учиться куда-то. Мне говорят, а хорошо бы это все пропиарить в соцсетях. А я, да что ж такое? И оказалось, ну, плюс там банально какие-то встречи с друзьями, да, какие-то события в городе, которые происходят. То есть ты как бы отрезан от мира. Поэтому сегодня моя позиция такая, у всех. У всех есть личный бренд, ну, у вас само собой, но также у простых людей, у всех есть личный бренд. Это то, как о тебе знают, это то, как тебя знают и знают, что ты делаешь. И поэтому в той или иной степени он необходим абсолютно каждому. Мой любимый пример, если вы хотите построить личный бренд за 5 минут, у меня есть рецепт. Ничего себе, да, рассказывайте. Да, вы берете группу в Вайбере или в Ватсапе, там, где собираются, допустим, родители вашего ребенка, или там вы на танцы ходите, или у вас есть группа вашей новостройки, и вы пишете «продаю домашнюю курочку», например. И в этот момент люди, даже если они не купят, они вас запишут, как там, допустим, «Светлана, домашняя курочка», все. Вы выстроили личный бренд, люди знают, если им понадобится, у кого купить. Вот, ну, то есть знаменитые ли это люди? Нет, но это то, я как скажу, работает Діана, личный бренд. Я скажу, Діана, що це працює також, тому що я спробувала також. Я не знала, що це буде працювати, але вирішила спробувати, так? Поділіться. От був такий в мене рецепт дуже цікавого торту. І я його вирішила трошки поекспериментувати, зробити на свій смак. От я його спекла і просто показала. І люди почали запитувати, а що ж це за рецепт взагалі, щоб я поділилася, щоб я там пригостила, ну все, що завгодно. Тобто вони вже мали уяву, чим я можу ще займатися. Да. Ну, тобто, насправді чим це ви працює. Можете бути полезні. Вірно, абсолютно вірно. Так це і працює. Ось ми тепер дізналися, що особистий бренд, він може бути потрібний кожній людині, так? Ви все одно в суспільстві живете. Так чи інакше, нікуди від цього не подінешся. Плюс, що вся життя переходить в онлайн, і з наступленням пандемії, коли ми всі сиділи вдома, да, і коли всі скучали по общенню, не я, потому что мы, там, наша семья так и жила до пандемии, как во время пандемии, мы особенно не заметили, мы сидели дома и все делали через интернет. Но когда большинство людей с этим соприкоснулись, стало понятно, насколько важно уметь предстать в интернете так же, какой ты в реальности. Так, ну це, до речі, дуже складно, тому що якісь частинки себе хочеш залишити. І ось та, можливо, доля, вона якраз найефектнішою була би, так? Якби людина її розкрутила і показала іншим. Але ж ми хочемо залишити щось для себе, для особистих стосунків. От як ви з цим погоджуєтесь? Як ви живете з цим?
Я согласна. Смотрите, я больше сторонница не того, чтобы что-то скрывать, а того, чтобы ограничивать аудиторию. Угу. Например, у вас есть семейная группа в каком-нибудь мессенджере, куда вы отправляете фотографии детей. Наверняка такое есть у многих. Это узкий круг, по сути, вашего личного бренда, где вы делитесь с самыми близкими, там, семьей. Далее у вас есть, например, социальные сети, допустим, Инстаграм, да, и в Инстаграме есть близкие друзья, где вы делитесь только с самым близким, а потом есть какая-то основная лента, где вы делитесь уже со всеми. Вы можете ограничивать доступ к вашей странице. То есть вы в целом можете управлять этим. Нету такого, что если ты пришел в интернет, то все увидели. Поверьте мне, как человеку, который каждый божий день работает над тем, чтобы все увидели, это достаточно сложно и достаточно дорого. З приводу того, щоб всі побачили, як розкрутити себе? Якщо ви вже трошки себе розкрутили, це непогано, але вам потрібно ріст, так? Ви повинні себе показати якомога більшому кількості людей, так? І ви повинні показати себе так, як вам потрібно, так? Якщо це не буде працювати, значить ви щось зробили не так. Согласна. Тут така історія. Ти можеш продвигатися через свої цінності, через свої ідеї. На мій взгляд, це саме адекватна і саме екологічна історія, тому що ти, наприклад, приходиш на конференції, да, якщо ти продвигаєшся в бізнес-среді, приходишь на мероприятия как спикер, ходишь на вечеринки, если ты в развлекательной сфере, и где-то мелькаешь, где-то говоришь, даешь какие-нибудь СМИ комментарии, еще что-то делаешь, то есть проявляешься. Это в одну сторону. С другой стороны, ты продолжаешь создавать контент и делаешь то, что, наверное, простому человеку очень сложно сделать. И я замечаю, как многие прям не могут переступить этот порог. Угу. И тут я говорю про покупку рекламы на себя. Потому что купить рекламу для своего бизнеса – окей, для там какой-то продажи – окей. Но купить рекламу «смотрите все на меня» – это ну прям такой шаг, который нужно сделать. Нужно понять, я достаточно интересна, мои идеи достаточно важны, да, чтобы я купила на себя рекламу и заплатила деньги, чтобы другие люди меня увидели. Но как только ты проходишь этот порог, появляется совершенно новая история, и ты выходишь на новый уровень. Осуд, чи можливо негатив, негативні коментарі і негативне бачення вас. Ось це теж людей зламує, і вони перестають на деякий час над цим працювати, можуть взагалі обрати собі інший образ. Прекрасно понимаю, о чём вы говорите, много с этим сталкивалась. Тут такой момент. Хочу с двух аспектов поговорить. Первый аспект – это то, что происходит у тебя на странице, да? На твоих страницах, на твоих профилях, на твоих сайтах, опять же. Там ты можешь ограничивать круг людей. Ты можешь убирать тех, кто ведет себя токсично. Но тут важно разделять тех, кто ведет себя токсично, кто оценивает твою внешность, кто оценивает какие-то вещи, кто говорит просто гадости, потому что у него был плохой день, да, от тех людей, которые воспользовались услугой и остались недовольны. Вот это адекватная критика, с которой нужно работать. Это в одной области. В другой области, например, сейчас, вы знаете, я снялась в реалити-шоу, и сейчас я жду просто комментариев, соответственно, и негативных, в том числе на площадках, которые я не контролирую, например, на Ютубе, в комментариях и так далее. Как с этим работать? Ну, наверное, принять, что люди готовы прийти, высказать свое мнение, оно не всегда будет хорошим. Взагалі, це, мабуть, для людини такий виклик, особливо людина, яка погоджується, щоб нею скористалися. Скористалися нею для своїх цілей, для своєї мети. Тобто ми знаємо, як працюють по-різному, так, люди? Для того, щоб скористатися, можуть використати різні інструменти. Чи готові ви до таких, от, можливо, заяв, яких не було насправді? Мені подобається ідея переносу опори на себе. Если я опираюсь на вас, да, ну как я вам? Ну я вам нравлюсь, ну вам понравилось. Я начинаю зависеть от вашего мнения. И если вы скажете нет, мне будет тяжело, и возможно, я заброшу это. Но если я опираюсь на себя, я знаю, зачем я это делаю. Я знаю, почему, я знаю, какой результат. Я знаю, что это не всем понравится, я принимаю, что это не понравится каким-то людям. Я принимаю, что они придут и там что-то скажут плохое, окей, но собаки лают, караван идет. Ну так, якщо людина брала собі той шлях, яким вона буде йти, і цей шлях, він повинен бути різним. Він може бути і з тернів, а це добре, тому що ви пройдете наступний етап, який вже буде легшим. І вище будете підніматися до тих зірок, про які ви мріяли. Інакше не буде, так? Возможно, так, це може бути так. Пусть може бути більш закритий. Можна не показувати себе, можна не показувати свою личну життя. Тут прелість в тому, що ти можеш вистраювати цей путь так, як тобі комфортно.
Но в какой-то момент ты будешь упираться в потолок, и вот все, дальше я не расту. И ты понимаешь, что тут нужно что-то менять, нужно делать какие-то действия, которых ты там условно отказывался. Да, ты создаешь какой-то образ, и потом ти готов розрушити його, щоб вистроїти новий. Ось так. А ну що, Діана, наостанок, хвилинка у нас залишається, хочеться почути рекомендації для усіх абсолютно людей, які, можливо, вже бренд свій розкрутили, а хтось і не знає, що це таке. Будь ласка. Первое, что я хотела бы сказать, это обязательно снимайте себя, проявляйтесь, пишите. На самом деле, пишите уже устарело. Снимайте видео. Даже если эти видео никто больше, кроме вас, не увидит. Снимайте, снимайте, снимайте до тех пор, пока вам не будет комфортно рассказывать на ваши темы, на видео, комфортно делиться и комфортно говорить. Проявляйтесь, ни о чем не думайте. Если вы сделали что-то неправильно, окей, это все уйдет во временную ленту, и вы снимете новый, новый, новый контент, и будете видеть, как вы растете. Ну, це чудові просто рекомендації для усіх наших глядачів. Я думаю, вони знадобляться на кожен день, адже вони будуть формувати впевненість у собі. Верно. І людина, поки все це зробить, вона вже перейде зовсім на інший шлях. І їй буде легше і комфортніше. Тож дуже дякую. Верно. Діана Лебедєва сьогодні була в нашій студії. Всім хочеться побажати гарного настрою. Тож зимові дні, вони ще попереду. Нехай настрій у вас залишається теплим. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.